Кандидат на должность главы Чувашии от партии Пенсионеров России Валерий Сапожников заявил о снятии своей кандидатуры с выборов главы Чувашии. Он сделал это заявление на встрече с активом Чувашского регионального отделения партии Пенсионеров России и Чувашского регионального отделения Союза Пенсионеров России, которое состоялось сегодня в Чебоксарах. Уважаемые коллеги, вы все знаете, что региональное отделение партии пенсионеров выдвинуло мою кандидатуру на должность главы Чувашской республики. Это высочайшая оценка. У меня тоже возраст есть. И я горжусь тем, что за моей спиной. И мне не стыдно было об этом сказать. И я хочу сказать, что у нас поддержка очень сильная. Партия пенсионеров, члены партии сегодня все здесь присутствуют. Союз пенсионеров – огромная основа. Советовался с вами, с друзьями. И думаю, что правильно принял решение, чтобы снять свою кандидатуру на выборы на должность главы республики.